период с 13 по 19 июля 2020 года на дорогах Одинцовского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». Его главная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений правил перевозки опасных грузов. Особое внимание уделяется не только соответствию технического состояния и конструкции транспортного средства, но и соблюдению режима труда и отдыха водителей.